15-летняя история образцового кадетского казачьего хора «Станица» насчитывает немало взлетов и громких побед. За этот сравнительно небольшой срок коллектив успел побывать во многих городах России и Европы, с честью представляя свою малую родину. Между тем, география мест, где победоносно прошли наши казаки, продолжает расширяться. На этот раз ребята побывали на конкурсе «Морозные узоры», проходящем в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Восторг! Что можно говорить, жить в учении Дед Мороз, участвовать в таком прекрасном конкурсе, восторг у нас и у детей был. Мы были с ними вместе в детстве. Конкуренция на мероприятии выдалась более чем серьезная. Свыше 400 юных талантов из Кирова, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Курска и других городов России приехали побороться за главный приз «Морозных узоров». Однако наши парни справились с волнением, собрались и покорили жюри великолепным исполнением программы. Как итог, хору была присвоена высшая награда конкурса – Гран-при, а руководитель станицы Лариса Анисимова была признана лучшим хормейстером. И вот стоять перед хором мне было очень приятно. Они хорошо на руки реагировали, прекрасно чувственно пели. И потом, когда мы общались вот с председателем комиссии, он сказал, что я никогда не слышал, чтобы маленькие дети так чувственно пели и так могли музыку чувствовать. Но мы стараемся это делать. После успешного выступления ребята сполна смогли отдохнуть и насладиться красотой резиденции доброго волшебника, посетить творческие мастер-классы и летний сад, где собраны растения со всего мира, а также получить подарки и главный приз конкурса из рук самого Дедушки Мороза. Очень красивая шуба у него, просто не знаю, как даже сказать, офигенная шуба у него была. Был похож на самого настоящего Деда Мороза. И я начала опять верить в него. Наша поездка как-то сблизила, мы так вот дружно все общались. Очень яркие впечатления остались, там очень красиво было. Гуляли и все вот так вот вместе были. По итогам конкурса «Станица» была приглашена на финальный этап хорового чемпионата России и суперфинал международного проекта «Салют талантов», которые пройдут в Санкт-Петербурге в 2017 году. Хочется поздравить весь коллектив образцового кадетского казачьего хора с победой и пожелать им дальнейших успехов в наступившем году.